9 августа в рамках своей рабочей поездки в Сагдийскую область основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в Бабуджонго-Фуровском районе сдал в эксплуатацию предприятие по производству полипропиленовых и полиэтиленовых мешков общества с ограниченной ответственностью «Орион-Пак». Предприятие построено на площади 0,54 гектара за счет собственного капитала в размере 4,6 миллионов сомони местными предпринимателями Муинджоном Хусайновым, Файзулуджоном Улмасбоевым и Саидкамолом Олимовым и состоит из двух этажей. На первом этаже здания налажено производство нити и отделка мешков, а на втором этаже – производство и упаковка мешков. В ходе посещения этого предприятия лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил руководству и специалистам обратить внимание на качество продукции и наладить ее экспорт. Всего на предприятии по производству полипропиленовых и полиэтиленовых мешков создано 100 рабочих мест. В настоящее время 86 жителей городов и районов области обеспечены постоянной работой и хорошей заработной платы. Средняя заработная плата работников колеблется от 1200 до 1500 сомони. Все оборудование предприятия завезено из Китайской Народной Республики. Оно состоит из 32 вязальных машин, 4 швейных машин и 5 прядельных и декоративных устройств, а выпускаемая продукция соответствует международным стандартам. На предприятии производится от 20 тысяч до 25 тысяч мешков в сутки. Цена мешков зависит от их размера и качества. Предприниматели импортируют сырье из Узбекистана, Российской Федерации, Китайской Народной Республики и Туркменистана. Благодаря вниманию и поддержке лидера нации предпринимателям были предоставлены льготы по ввозу сырьевой продукции. Это привело к развитию промышленности и реализации четвертой цели – ускоренной индустриализации страны.